Всем привет! Я знаю, что вы на этот канал приходите для того, чтобы проследить и посмотреть, как протекает моя шизофрения, и контент о еде вас мало интересует. В основном про еду меня просят снимать такой человек по нику, как Майкл Чемп. Но он другие видео комментирует с неохотой и все время просит снимать видео о еде. Я посмотрел и понял, что его в жизни интересует только Конор, Толян и еда. Но пособие ему еще никто не платит. Еще о еде меня часто просил снимать такой человек, как Лео Онизука. Но, насколько вы знаете, он недавно самоликвидировался. Он стал, говорят, на сторону тьмы и теперь ставит мне дизлайки. Я не знаю, насколько это правда, но знайте, что когда вы ставите дизлайк, вы подставляете конкретного человека. Вот. Я голодный, потому что не ел уже минут 20, и поэтому победит сегодня та еда, которую я захочу съесть до конца. Вот, ложка. У меня тумбочка низкая, поэтому я соорудил конструкцию, чтобы нам было сегодня удобно дегустировать консервы. Я взял две Соньки. Это третья PlayStation, у меня их две. Вы спросите, почему у тебя третья PlayStation? Потому что у меня в Соньку любит играть еще и мама. И когда было время третьей PlayStation, на одной играла она в своей комнате, на другой играл я. Мы играли абсолютно в разные игры. Вот, и чтобы не драться за Соньку, у каждого была своя. Вот, и чтобы было удобно ставить еду, я решил, что сверху поставлю вот так вот четвертую. У меня это простая четвертая, есть еще вот прошка здесь стоит. Я играю на прошке, это у меня старая четвертая Сонька. Вот, и сегодня мы будем дегустировать с вами еду. Я до этого записывал видео, которое называл «Новогодняя битва». Я устраивал такой челлендж, который назывался «Big Challenge». Батл, нет, Food Challenge, Big Food Battle. Я устраивал Big Food Battle, где у меня консервы принимали форму бойцов из игры Mortal Kombat и сражались с Шансунгом и Шаоканом. Вот у меня есть такие две баночки, которые называются филе лосося. Вот, они прозрачные, видите, они технологичные, это консервы будущего. Я их еще ни разу не пробовал. В том видео эти две баночки приняли образ Шан Цунга и Шао Кана. И с ними боролись бойцы света. Бойцы света у нас были Рейден, Сайран, вот, Сайран это Рейден, как бы поняли, да, аналогию? Сайран и Рейден, как бы вот, Сайра это Рейден. Это победила, конечно же, сторона света. Бойцы земного царства одержали победу над этими двумя баночками, а эти баночки, они как бы из прошлого, это вкус наших бабушек и дедушек. Это Джонни Кейдж, это печень трески, сделанная из сырья. И эта баночка олицетворяет Джонни Кейджа. Мы сегодня вот эти вот все баночки будем пробовать, потому что бойцов света было 5, а злодеев всего 2. И победили, конечно же, бойцы света. Они просто взяли количеством и вкусом детства. Это израильская туна, которая называется Посейдон. У меня видео отзеркаленное, прошу прощения, но поверьте на слово, здесь написано Посейдон. Вот, это туна, израильская туна. Она олицетворяет Соню. Вот, это моя больная фантазия. И вместе с ними были два шаолинских монаха. Это Лю Канг, килька в горчичном соусе, и Кунг Лао, килька в обжаренном томатном соусе. Два шаолинских монаха. Вот это дело сегодня победили, и поэтому мы будем пробовать. Я уже давно ничего сегодня не ел, поэтому я очень голодный. И мы посмотрим, какая из этих баночек окажется вкуснее. Я люблю всякие хавать консервы, но мы будем сейчас по порядку их пробовать. Давайте начнем тогда, может быть,
печень, трески. Меня просили указывать массу. Тут 115 грамм. Вот. Это печень трески. Не знаю, пробовали ли печень трески или нет. Я, блин, обожаю эту тему. Это консерва, блин. Что классно, у них у всех есть колечки. Раньше в Сайре вроде бы не было колечки, а сейчас стали делать колечки. Вот. И мне очень нравится вот эта вот печень трески. Вы пробовали какую-нибудь печень трески? Вот, блин, очень вкусная вещь. Давайте откроем. Надеюсь, я не залью здесь ничего. Не хотелось бы, чтобы мои соньки потом воняли рыбой. Поэтому я постараюсь сделать это максимально аккуратно. Так, я открываю. Надо, блин, что-то придумать, чтобы сливать. Там будет жидкости, наверное, очень много. Давайте я сейчас секундочку паузу поставлю. Я появился. Я взял такой вот контейнер. Я буду сливать сюда все отходы. Потому что в консервах их очень много. Обычно я сливаю их в раковину. Но сегодня будем сливать сюда. Вот. Будем это делать максимально аккуратно. Всем, ребята, приятного аппетита. Кто кушает, наслаждайтесь. Заваривайте себе чаю. Будем... Сейчас пойдет запах. Вообще запах обалденный. Печень трески. Сделан из сырья. Так. Мы дойдем до кильки. О, пошла жидкость. Пошла, смотрите. Я открыл. Вообще немножко приоткрыл. Там... И Иван Володин говорил, что там давления много. И вот уже пошло, потекло. О-о-о. Давайте продолжим открывать. Ой, я чуть больше открываю. Вот смотрите, как льется уже прям очень сильно. Вот видите, сливаем. Потому что я не знаю, для чего столько жидкости делают в консервах. Я только учусь делать обзоры на еду. Через много-много выпусков я научусь уже понимать, что это за жидкость, для чего она нужна, потому что вы мне все расскажете и объяснете. Я в вас верю, я верю, что вы умные и гораздо умнее и прошареннее меня во всем. Поэтому я могу только показать и снять, а всю информацию вы пишете в комментариях. Я вот уже это видел, как бы я уже знаю, о чем я говорю. Вместе с вами я со временем начинаю как бы учиться этому съедобному ремеслу. Открываем и смотрим, как выглядит печень трески. Кстати, я не знаю, кто делал. Написано все по-русски. А, изготовлено в Исландии. Представляете, сделано в Исландии. И продается в Израиле. И все написано по-русски на ней. Открываю. И вот что внутри. Такая вот печень. Это, я не знаю, чья это печень. Ну, трески, рыба треска. Да, я так понимаю, потому что это называется печень трески. Значит, это есть рыба треска. Вот я вроде слышал такое название. Это ее печень. Я не знаю. Давайте тогда пробовать. Вот у меня есть ложечка. Я, конечно же, все это уже кушал, но давно. Ну, там мама и я мы покупали, как бы пробовали, кушали. Сейчас буду пробовать и описывать вам вкус, как это выглядит. Вообще, вот. Вот так вот я беру. Вот. Оно легко отламывается. Легко делится на части. Вот так вот. Легко как бы входит, как в масло. Не знаю, вот просто легко берется и делится. Светлый такой на вид. Запах очень яркий. И такой приятный запах. Пахнет, знаете, как... Какой-то жидкий паштет. Вот. Это реально паштет, точно. Это мажется, это надо на хлеб мазать. Я просто не кушаю хлеб, но вообще, да, печень трески мажется на хлеб, она очень мягкая. То есть запах сильный, похож на паштет. Это реально как паштет, это не кушается, как я сейчас буду кушать. Это мажется на хлеб. Можно на печенька намазать. Вот, попробую, как это выглядит на вкус. Такое воздушное, и оно не тает во рту. Оно очень мягкое, но оно не тает во рту. А когда кусаешь, оно делится на множество разных маленьких кусочков. Знаете, как пузырьки. Когда вот в ванне или где-то делаешь рукой, так, пфф, и пузырьки расходятся.
Вот. То есть оно не расплавляется, да, оно не превращается в воду, там, а пузырьки, как бы, они отдельные, такие маленькие пузырьки. И вот это во рту то же самое. Ты кусаешь, и оно делится на маленькие-маленькие-маленькие части во рту. Вот как-то так. Блин, ну вкусно. Но я просто голодный очень всего, потому что я уже не ел уже, наверное, минут 30. Вот. Ел я горох какой-то. Вот такая вот печень трески. Я попробовал еще какую-то печень или еще какая-то есть похожая вещь на печень трески, но я не помню, как называется. Блин, что-то есть похожее. Но оно вкуснее, по-моему. Но тоже вкусная, блин, здоровская вещь. Вот. Первые попробовали. Блин, прикольно. Ой, не падай. Чуть ложка не упала. Второе, давайте пробовать тогда сайра. Сайра натуральная с добавлением масла. И тут написано по-русски и на иврите. Потому что, видимо, сделано по русскому рецепту, изготавливается, наверное, в Израиле. Вот так выглядит сайра. Вот такая вот обычная рыба. А это блямба израильская. На ней всегда написана какая-нибудь информация, типа с сахаром или там еще что-то. Ну, какая-то информация. Написано, что она соленая, видимо. Видите, там соль нарисована, такая сольница. Вот. И тоже с колечком. Я раньше помню, сайры были без колечка вообще. Только недавно стали эти колечки делать. Сейчас бы, прикиньте, я сидел бы такой, открывал бы зубами. Вот, но теперь есть колечко. Я открываю, сейчас, наверное, тоже потечет много жидкости. Я потом это вылью. Так, я открываю, и там сейчас потечет, наверное. Там же давление. Я еще когда кольцом продавливаю, оно еще сильнее давит в банку, и получается, оно еще сильнее вытекает, понимаете? Очень опасно. Для чего столько жидкости в банках? Для того, чтобы сохранялось надолго. У них же срок годности там на год, на два обычно, да? Может быть, даже на 5 лет, не знаю. Вот это сайра. Наверное, обычная советская сайра. Вон, потекло, 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 смотрите. Выливаю. Вон сколько ее. Жесть, смотрите, как много жидкости. Оно же вес дает, правильно? Надеюсь, это вам не портит аппетит. Надеюсь, ну, потому что я сам кушаю, пробую. Мне это не портит аппетит. Блин, кольцо залило. Фак. Простите, пожалуйста, я еще не умею снимать нормальные обзоры на еду, но я стараюсь. Блин, надо бумагу. У меня всегда есть рядом бумага. Ну, вы знаете для чего. Ну, неважно. Я, ну, чтобы кольцо вытереть. А то оно сейчас в этом масле, в натуральном. Запах тоже идет, но сайру, наверное, все знаете. Я не стал как бы делать по каждому консерве отдельный видос. Вот я открываю. О, вот оно. О, сайра. Не стал делать по каждой банке отдельный видос. Это как бы долго, нудно, блин. Так к концу года бы я закончил. А так в одном видосе как бы мы с вами закроем эти баночки. И будем двигаться дальше к чему-то вот интересному. Доширак у меня еще вот стоит. И вот эти две консервы будущего еще есть. Вот, я открываю до конца. Оно, видите, как наполовину открылось и завернулось. Я хочу до конца открыть. Вот, ну хотя бы так. Блин, надо... Вот, стоит ли памятник человеку, который придумал кольцо? Вы представьте, как бедные солдаты там или кто в лесу мучились, открывая это зубами. Или там спичкой. Чем они открывают, вообще не знаю. Бедные солдаты, да, вот или кому там дают. Почему вот неужели даже у них нет кольца? Говорят, что кролька хватит, она стучит там громко. Говорят, что кролька,
Она так громко пьет воду. Ну перестань, ну не сейчас. Давай потом. Потом попей. Спасибо. Вот, говорят, что все новые технологии, все новые гаджеты всякие крутые появляются сначала в армии, изготавливаются для войны. И только потом уже, когда в армии появляется что-то более новое, более крутое и современное, то тогда прошлое какой-нибудь гаджет дают уже людям. Например, сначала в армии появились всякие рации, и только потом в люди вышли телефоны, да, вот связь. И так во всем. Так я вот думаю, может быть, кольца сначала тоже были все-таки в армии, у солдат, в пайках, а людям не давали кольца, чтобы люди не знали от такой технологии. Может, это армейская разработка? Вот, как вы думаете? Я просто не знаю, кто изготовил эти кольца, гражданские или военные. Но разработка очень технологичная, как бы заслуживает памятник человеку. Вот. Я голосую. Вот, то есть это достойно уважения, книги рекордов Гиннесса, кучу бабла там и все, памятники, ну и вообще всего-всего-всего. Не будем затягивать разговор. Вот так выглядит сайра, которая продается в Израиле. Где она изготавливалась, блин, вот не написано почему-то. Консервы рыбные сайра натуральные с маслом. Это вся информация, представляете? Это вся, блин, информация. То, что она просто с маслом и все. А чья, непонятно. Ну, я думаю, подозреваю, что русская, да, я не знаю. Похоже на вашу сайру, когда вы открываете, она также разложена? Вот такая вот сайра поделена на кусочки. Давайте достанем и попробуем. Да, пахнет, конечно, реально сайрой. Запах прям хороший, такой мягкий. Я помню, в детстве пробовал сайру, она, блин, по-моему, горькая была, горечь отдавала. Не знаю, как сейчас, давайте попробуем. Сонечка, тебе маленькая, да? Давайте Сонечку покормим. На, маленькая, кушай, кушай, кушай. Такая вот сайра, вот так она выглядит, получается. Там что-то свисает некрасивое. Давайте так вот сделаем, чтобы ничего не падало, не свисало. Вот такая вот сайра. Красивая, да? Ну, блин, правда? Отдает горечью. Почему сайра отдает горечью? Это из-за масла? Почему? Я же не один ощущаю эту горечь. Вот что в детстве, что сейчас, я вот пробую, я ем просто какую-то горечь. Я только что съел рыбью скорбь. Сайру можно охарактеризовать как рыбья скорбь. Я съел ее горечь. Всю ее депрессию я принял на себя. Все, о чем она переживала, грустила и плакала. Я только что это проглотил. Я почувствовал, что чувствует сайра. Или что она чувствовала при жизни. Вот такие вот впечатления у меня о сайре. Не самое вкусное. И после нее привкус такой во рту. Такой тухляцкий отходняк. Блин, как будто я зубы не чистил недели три. Вот что-то такое во рту сейчас у меня. Это вот реально сайра, она невкусная. Но сайра вкусная, если из нее варить суп рыбный. Или пирог можно рыбный делать, он тоже вкусный получается. Но сама сайра, вот такая вот в банке, она отдает горечью, какой-то печалью. Привкус после нее тухлый во рту. Нет. Я бы не стал сайру покупать для себя. Я люблю прийти в магазин и купить какую-нибудь вкусную консерву. И дома ее сожрать. Как, например, тот овощной лосось по-азиатски, который я покупал. Но вот сайру я бы для себя никогда бы не купил. Это купила мама. Просто у нее еще советская память,
что в Советском Союзе они покупали сайру, видимо, и ели. И она вот до сих пор ее покупает, представляете? Вот я ее взял попробовать, и мне она не нравится. Вообще, худший балл. Поставил бы, наверное, единицу. Ну, то есть, я бы ее не стал ни хавать, ни покупать. Мама ее купила для того, чтобы, наверное, сварить рыбный суп. Вот. Рыбный суп мы захаваем, а сайру есть не хочу. Пусть она здесь стоит. Я ложку вытру сейчас. Сегодня такой рыбный обзор. Ложечка. Мои подушки безопасности. С ними удобнее руки ставить. Далее. Ложка. Жалко, нельзя запахи передавать. Далее у нас идет Tuna Blade. Тунец. Вкусный, да? Или как Толян говорил? Тунец вкусный, пиздец. Да, пробуем, короче, тунец. В Израиле он называется туна. А в России он называется тунец. Тунец вкусный, пиздец. Вот. Его изготавливает сам Посейдон. Он сидит в Атланте и отправляет нам туну. Вот это израильская баночка. Израильская консерва туна. Она вот запакована в картонную коробку такую. Смотрите, я сейчас достану его. Посмотрите, как она устроена. Открываем. Вот туна израильская, она, блин, вкусная. Туну вообще жрут, вот я знаю, в Японии жрут, у них туна водится огромная. Вы видели рыбу туну? Вот ее на упаковке не рисуют, как сайру рисуют. Но туна, тунец, туна, она огромная, она вот такая вот большая. Рыбина, короче, огромная, она в Японии, я знаю, водится. Откуда она в Израиле, не знаю. Но это вот, как в России, вот сайра, да, консерва. Если консерва в России, то это сайра. Как бы вот ассоциация сразу идет с сайрой. То в Израиле и в Японии это тунец, это туна. Вот, и там баночка такая, подарочное изделие, блин. Такая вот баночка идет. И тут для аутистов нарисовано, как открывать колечком. Вот, кстати, ни в одной банке, ни в одной консерве, вот ни в этих консервах прозрачных, ни в кильках, ни где бы то еще, нигде не нарисовано, как открывать за кольцо. Но в израильской почему-то пишут, вот нарисовано, видите? И на иврите написано, специально для аутистов, которые не умеют открывать за кольцо. Потому что бывают люди, они прилетают из Советского Союза и начинают открывать зубами. А потом они смотрят такие, о, а что тут такое кольцо, а как это? И начинают как бы изучать новые технологии. Вот. Мы просто сами приезжие, вот, поэтому я знаю, о чем я говорю. Потому что кольцо впервые мы увидели в Израиле. А в русских продуктах кольцо появилось только недавно, да, насколько я знаю, может, последние лет 10. А эти баночки, они, блин, по-моему, еще из 90-х годов уже вот такие шли. Вот, может быть, это инопланетные разработки кольца. Может быть, их увидели во льдах Антарктики. Не знаю. Очень, по-моему, серьезный вопрос. Вот. Я вот так вот надо размешивать. Там масло, все, оно как бы смешивается. Но вообще, говорят, надо сливать все масло. Но я вот так вот почему-то по привычке делаю. Вот есть какая-то странная привычка, которая у меня идет с детства. Вот. И я когда держу что-то продолговатое, я начинаю делать вот так. И в итоге там смешивается с едой. Давайте откроем. Удобно вот так вот держится. Вот как бы банка такая, да? Как бы прикольно. Очень удобно. В руке очень приятно лежит. Прям вот баночки. Очень хочется высокий балл сразу дать. Вот. Открываем и смотрим. И, кстати, вот масла там немного. Вот в русских консервах, блин, все время масло дохренище.
Но здесь оно тоже есть. Если бы я вот так вот не перемешивал, то, возможно, масла было бы больше. Я же все смешал, получается. В общем, ладно, вот. Но я вот помню, что я вот раньше не смешивал масло, и туна внутри была такая суховата. Как бы внизу, вот, вот здесь в конце и внизу, она была такая суховата. А сейчас у меня флешбэк дежавю. Интересно, у кого-то в этом моменте тоже был сейчас флешбэк дежавю? Или только у меня? И вот так выглядит, смотрите. Кажется, что оно перемешано, да, как каша какая-то. Это потому, что я обычно, вот, блин, я потом в будущем покажу баночку, открою, я не буду ее размешивать, и вы увидите, что она очень красиво здесь разложена. Я не знаю, это, наверное, станок или механизм специальный раскладывает туну по баночкам, но оно так механически красиво разложено, знаете. А я сейчас размешал, и оно выглядит как поле боя в Японии, что-то такое. Вот, возьму тоже, она поддельно на локоны. Туна, она на локоны, то есть она легко берется и легко ломается. Она поделена на такие вот кусочки. И легко ломается, видите, жуется. Вот туну, когда ешь, во-первых, она вкусная, она не горькая. Она вкусная. Есть туна на масле, есть туна на воде. И вообще в Израиле есть много разных тун. По туне они вообще с ума сходят. Есть овощная туна. Есть, ну, всякие, короче, разные вкусные туны есть. Там томатная туна, там еще какая-то. Это самая простая на масле. Это самая простая туна. Вот, и она вкусная. Она прям такая, даже какой-то сладостью немножко отдает такой. Это, видимо, вкус масла, я не знаю. Просто, видите, она смешана. Все консервы смешаны с маслом. И, возможно, я путаю вкус консервы со вкусом масла, которое там налито. Но вот, если сайра вместе с маслом и совсем она дает горечью, печалью и какой-то тухляком каким-то отдает, то туна, наоборот, после нее во рту приятно, свежо, вкусно, жить хочется, сразу как радуешься. Вот, не знаю, как в России туна, но вот израильская, она очень вкусная. И по ней настолько, она настолько вкусная, что тут ее едят всю жизнь. Я даже не знаю, в израильских магазинах, наверное, кроме туны нет ни хрена из рыбы. А, есть лосось, они еще сходят по... Ой, не лосось, да, лосось. В Израиле лосось называется рыба саламан. Если на русский перевести, саламан называется рыба мира. Потому что саламан это типа шалом. Шалом это мир. Вот. И рыба, вот, я обожаю туну и саламан. Но есть и другие рыбы, это потом будем, короче, разбирать, показывать. Но вот тунец реально вкусный. И после него, когда кушаешь тунец, есть странное ощущение, как будто тунец во рту смеется. Не знаю, как это объяснить, но как будто тунец как-то вот действует на десна. И десна как будто начинают так вот чесаться или смеяться. Вот какое-то такое странное отдаленное чувство, как будто хочется что-то жевать. Странное ощущение. Но вот оно у меня почему-то именно после туны. Может, это какой-то наркотик в масле, который ты пробуешь, и тебе хочется еще пожевать, поесть. Точно, наверное, да, они, наверное, используют какой-то наркотик. И когда я ем, я чувствую, что я удовлетворяюсь. Я получил то, что хотел. Но тунец, он тяжело жуется. Нужно его прям жевать, прожевывать.
Вот он такой грубый. Вот сайра, она мягкая. Она сразу разваливается, во рту тает и проходит, оставляя за собой лишь горечь, печаль, страдания, депрессию. А тунец, он тяжело так вот прожевывается, но оставляет приятные впечатления после себя. Даже есть какой-то наркотический эффект, я бы сказал. Вот. Вот такая вот баночка, коробочки. В желтой. Реально, после тунца у меня во рту как будто рот просит еще тунца. Странное ощущение, как будто, правда, есть какое-то что-то такое наркотическое. Не знаю, странно. Далее у нас идет самое вкусное. Подниму немножко камеру. Самое вкусное — это две кильки. Они сделаны в Риге. В Израиле много консерв, в русских магазинах, в русскоязычных, много продуктов из Армении и из Риги. Вот Рига — это я все время путаю. Это Латвия или Литва? Все время путаю. Короче, но на баночках написано именно Рига все время. Вот, это рижская баночка. Есть в томатном соусе и есть в горчичном. Обжаренная в горчичном. У меня эти две баночки очень часто стояли где-то на фоне. И мне Майкл Чемп и Лео Низука писали... Типа, сними обзор на эти кильки. Сними обзор на эти кильки. Вот, я вот, мы дошли. Сейчас будем пробовать. И проверять, какая из них вкуснее. Давайте я немножко здесь приберусь, уберу все лишнее. А то приходится уже на руках все пробовать. Точно, поставлю сюда. Во, красота, да? Сюда можно бумажки вложить, как мусорку использовать. Очень продумано, очень прям. Промоем рот. Тут у меня налито кофе с молоком. И приступим. Первую, я не знаю, какую первую будем пробовать, у меня их вот две. Обжаренная в томатном соусе. Давайте попробуем сначала обжаренную в горчичном соусе. Килька, обжаренная в горчичном соусе. Вот такая вот баночка. Сверху есть этикетка, наклейка. Вот видите, она как обрывается. Обычная наклейка. Это чтобы вы понимали. А как бы, как оно состоит. Всякая информация здесь написана. Вот. На иврите много написано. Как будто их делают в Израиле. И открываю. Смотрим. Не будем взбалтывать. Просто открываем и смотрим, как оно выглядит внутри. И много ли там масла. Что-то есть. Попробуем вылить. Вообще нету почти. Немножко капает и все. Вот так оно выглядит. Масла вообще нету. Не течет практически ничего. Она полностью забита. Вкус, ой, запах идет горчичный. Такая горчица сладкая. Я уже пробовал, конечно же, эту кильку. И скажу вам, что обычно, когда человек слышит о горчице, он сразу думает, что она типа будет... Ну, перченая или горькая. Вот как назвать горчицу правильно, я не знаю. Но вот эта горчица, вот запах реально горчицы. Прям идет, прям пробивает запах горчицы. Но, когда пробуешь, горчица оказывается сладкая.
Вот это вот что интересно. То есть ты ешь горчицу, запах горчицы, вкус, казалось бы, горчицы, но результат сладкий. Представляете? И вот эту кильку было бы правильнее назвать не обжаренную в горчичном соусе, а обжаренная в сладкой, в сладком горчичном соусе. Потому что она реально сладкая. Я хочу сказать, что... Сейчас я вытру ложечку. Ой, капает. Копает. Масло копает. Копай. Что интересно, она вот забита вся, килька. Но в ней есть какая-то хрень, которая меня отталкивает. В ней присутствуют какие-то длинные штуки. Я не знаю, что это такое. Но когда берешь и кушаешь, то попадаются длинные какие-то вены или... Я не знаю, что это. Может, это хребет рыбий. Но похоже на длинные тонкие нити. Нитки. Как будто тут напихены нитки. Неприятная хрень. Когда в рот попадает, ощущение, что ешь нитку какую-то. Но это все съедобное, это все рыбное. Но присутствуют какие-то нитки. Вот. Оно вот так вот разложено, красиво тоже. Но тут не понять, тут не видно. А, вот эти вот килька, что еще классно. Есть обычная килька. Открываешь, и я вот смотрю на обычную кильку, на консерву, когда покупаю. И там много голов. Как будто вот ешь головы килек. Есть как бы и тела кильки, да. Но там куча хвостов и голов. На тебя смотрят просто морды, вот так вот мертвые кильки на тебя смотрят. И ты их вот так вот ешь и пожираешь. Но вот эта килька в горчичном соусе и в томатном. Тут нету голов. Тут нет, тут только тела. Тут, то есть головы тут не найдешь. Тут чисто забита банка полностью именно телами кильки. Я пробовал кильку обычную, шпроты тоже вот обычные, и там головы рыбьи, их много, прям вся банка в головах, неприятно очень. Но вот такая килька, тут только рыба, рыбное мясо, без голов, без хвостов, чисто вот я вот так вот беру, трогаю, видите, поднимаю. Там нету голов. И оно как бы все перемешано. Но тела нормальные видны. И вот это вот, когда вот так вот... Вот нитка, смотрите. Вот я про эти нитки говорил. Вот видите, нитка свисает. И когда я вижу нитку, у меня аж язык начинает чесаться. Так, типа, фу. Нитка, блядь, фу. Вот о чем я говорю. То есть, за это, ну, и вам, Володин. Вот ты со мной споришь иногда... Но скажи, вот за это же можно снять бал? Вот об этом я говорю. Вот нитки, видите? А это все рыба, как бы. Оно съедобно, я понимаю. Но это отбивает аппетит. Это выглядит невкусно. Я за это можно даже и 5 баллов снять. Ну, потому что это выглядит фу. Хочется просто блевануть. Ну, правда. Это перебивает, отбивает вообще весь аппетит. Как бы, понимаете? Я вот не знаю, вот, и вот такое вот часто попадается, я вот не зря вначале сказал, потому что я вот знал, что попадется. Вот всегда такая хрень, вот даже пробовать не хочется. Хочется просто откинуть такой, фу, блядь, не хочу. То есть в ней много плюсов. Она реально вкусная. Но все портит, это вот, что это, блядь, вена рыбья, которую, блядь, взяли, просто так вот оборвали, блядь, и положили. Вот что это такое, блядь? Я аж материться начинаю, потому что у меня язык чесаться начинает. Как будто я, блядь, нитку не могу, блядь, поймать руками. Вот. Возьмем другой кусочек. Я отложил сюда, возьмем другой. Не хочу эту нитку хавать. Но я знаю, что она, блядь, вот она и тут есть. То есть она везде. Вот она, видели? Вот она. Видели? То есть вообще неприятная хрень. Но вот скажу, что на вкус
Это килька, она очень вкусная, она очень такая прям сладкая, вкусная, обалденная, она прям тает во рту, она прям вау, муа, белиссимо. Но вот эти вот нитки, когда они в рот тебе попадают, это бэ. Бэ. То есть, ну, вот так вот. Я выставляю этой кильке балл бэ, вот такой. Вот. Ну, так вот, немножко попробую, чтобы посмотреть, что вкуснее. Это вот люкен. Мы сейчас едим люкенга. Глаза попадаются. Мне кажется, только что глаз кильки попался. Такое твердое, круглое. Может, перчик, но вряд ли. Наверное, глаз. Или мозг верблюда. Что-то какие-то кругленькие шарики попадаются. Кушаешь кильку, она такая вся мягкая и вся тает во рту. Но в ней очень много круглых... А, вот, сейчас достану. Реально глаз, блядь. Вот. Бля, видно плохо. Да какие-то кругляшки, они очень твердые. Как будто это, как, я не знаю, что это такое. Вот, бля, вот неприятно кушать кильку. Вот. Я, конечно, понимаю, все ждали на нее обзора, но, бля, я вот разочарован. Шпроты, они получше немножко. Но килька, вот, блядь, в ней всегда какие-то минусы есть. Если обычная килька, там головы всякие, хвосты их неприятно есть, и на них даже смотреть грустно. Вот эта килька, казалось бы, вот все прекрасно. Но в ней эти нити и кругленькие глаза попадаются. Я вот не знаю, что это. Может, это... Я не знаю, что это такое. То есть, блин, бэ, короче, я бы не стал для себя покупать. Я это купил для того, чтобы сделать обзор, эти две кильки. Потому что я прикалываюсь консерв, они всегда разные, интересные. Такой киндер-сюрприз для взрослых. И вот что попалось вот здесь, я вам описал. Есть еще одна баночка. Точно такая же. Но обжаренная уже не в горчичном соусе, а в томатном. Вот видите? То же самое, но томатные. Вот я открою и сравню, посмотрим. Я раньше пробовал эти кильки, я не помню, вот тоже покупал давно еще, когда видео не занимался. Тоже хавал, тоже помню, разочаровывался. Вкус разочарования, вот точно. Сайра это вкус грусти. Туна это какой-то наркотик. Наркотический тунец. Вот это. И, блин, ну короче. С итогами, ладно. Открывай. Вот что плюс, да, вот можно, как бы я открываю вторую баночку, и можно опять подвести плюсовые итоги для кильки. Масла нету, на тебя ничто не брызжет со всех сторон, блин. Она забита полностью. Нету жидкости, есть только вот томат. Да, сегодня очень серьезное видео. Вот, сверху есть только томат, смотрите, видите, вот такой томат. А не масло, а в томате, реально, как бы, оно обжаренное. Посмотрим, есть ли здесь эти нитки. Ну, это вряд ли нитка, это мясо. Вот, смотрите, здесь нитки нет. Я вот почему еще ищу здесь, потому что я не помню, чтобы в томатной кильке были нити. Эти вены. А, есть, есть, вот, смотрите, нашел. Но какая-то она толстая, да, она вот в масле вся. Да, вот тоже присутствуют эти нити. Запах, блин, классный. Вот что здесь запах.
горчичный, сладкий. Что здесь запах томата? Такой томатный, рыбный томат. Такой вот запах рыбного томата. Вот запах плюс. Что здесь, что здесь. Это кунглао, это люкенг. Два килька монаха. Два килькастых монаха. Запах плюс. Нету масла, ничего не вытекает. Плюс. По вкусу тоже оно очень такое прям приятное. Тает во рту. Но в ней попадаются нити и глаза. Вот это вот вообще, то есть, ну, главное же что, что когда мы кушаем, и нам надо, чтобы во рту было приятно. Но во рту ни хрена не приятно. Потому что там нити и глаза. Ну, это вот здесь. Здесь тоже нити. Ну, наверное, и глаза тоже есть. Давайте попробуем. Тоже попадаются какие-то твердые объекты. Вот тунец, когда кушаешь, или сайру, оно все мягкое. Даже в сайре есть кости, правильно? Там есть косточки. Но они настолько мягкие, что их невозможно назвать косточками. Они просто тают во рту. Ты их не замечаешь, когда кушаешь. В кильке, когда кушаешь, тебе постоянно попадаются какие-то артефакты твердые. Вот я сейчас съел ложечку, и в каждой ложечке есть что-нибудь твердое. Попадается мелкое, но твердое. Неприятное. И томат, он горчит. Горчица, почему горчица? Точно горчица, потому что она должна горчить. Но горчица, она сладкая, она сладостью отдает. А томат отдает горечью. Представляете, я вот сейчас попробовал, и она отдает горечью. Может быть, кому-то нравится, когда консерва отдает горечью, как сайра. И вот томатная килька тоже, как сайра, отдает горечью. Вон нитка, смотрите, какая, блядь. О, противно, правда, противно. Она гипнотизирует мой желудок. Да, томатная килька отдает такой горечью, а горчичная килька отдает сладостью. Она сладкая, а это горчичная. Странно. Да, жизнь вообще странная штука. Сказала бы килька, мертвая из банки. Вот такой получился обзор у меня. Это было 5 консерв, 5 консервных банок. Все это из прошлого. Кильки, сайры, тунцы, вот это все как бы из 90-х, из Советского Союза, какого-то там из 80-х, 70-х. Что-то такое, да? Я вот не знаю, не уверен, если в Советском Союзе или в 90-е кушали филе лосося. Там, лосося или... Есть еще рыба принцесса Нилус. Вот в Израиле она тоже есть. Я все пытался все ее вспомнить, как называется эта рыба в Израиле. Принцесса Нилус. Очень вкусная рыба. И осталось у меня еще вот эти вот две баночки. Да, вот филе лосося. Это еда будущего. Смотрите, оно, вот что прикольно меня привлекло. То, что оно прозрачное. Видите, смотрите. То есть, оно прозрачное. Такие вот удобные. А тут томат. Он такой плотный, как бы. И вот интересно попробовать. Это на гриле в масле. А это на гриле в томатном соусе. Но я эти две баночки попробую уже в другой раз. Потому что, видите, видео уже идет 50 минут почти. Такой вот получился обзор. Вот. Рад был с вами поделиться этими вкусовыми впечатлениями. Вот сколько масла у меня получилось здесь. Надо вылить и помыть контейнер. Вот. А, да, я же вначале говорил, что я до конца съем то, что мне больше всего понравится. Так что же мне в итоге понравилось? Понравилось мне больше всего туна.
Вот туну я вот хотел бы до конца съесть. В ней ничего лишнего нету. В ней не попадаются глаза, в ней не попадаются нити, в ней не попадаются кости, в ней нет ничего. В ней чистые волокна мяса от начала и до конца. Это похоже на Вселенную. Как бы вот чистота в тунце. Ну и, конечно же, Таян одобрит, что вы все прекрасно понимаете, что тунец вкусный, пиздец. Об этом говорил даже сам Толян. Вот, и я бы съел, конечно, туну. Давайте тогда ее и сожрем сейчас. Я при вас ее и съем. Я обещал вначале, а потом забыл, а потом вспомнил. Ну, это процесс. В процессе мы можем что-то забыть, потом вспомнить и доделать. Короче, я сейчас захаваю при вас ту баночку и закончу видео. Всем приятного аппетита. И, блин, оно реально... Рот прям требует пожевать еще тунца. Могу ошибаться, но вроде на героине. Не, чувствуется больше кокаина. Я когда траву курил, вообще ничего подобного не испытывал. Попробовать, интересно, японский тунец. Никто в Японии не живет. Давайте обмениваться консервами. Пришлите мне японскую консерву. Да, тунец оказался выше всяких похвал. Главный плюс тунца в том, что в нем нет ничего лишнего, что мешало бы тебе кушать. Здесь постоянно какие-то артефакты. Сайра, она какая-то горькая. А печень трески, ее вообще нужно на хлеб мазать. Поэтому побеждает сегодня туна, тунец. И все вместе, тунец, вкусный пиздец. Все, ребята, всем пока.